Үкіметтің 2011 жылға 30 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы үкіметінің жан жобалау жұмыстарын 2012 жылға арналған жоспарында парламент өтістер заң жобасын енгізу көзделген. Ағымдағы жылдың 20 желтоқсандағы жағдайы бойынша парламент мәжілісіне 27 заң жобасы енгізілген, оның 5-еуіне мемлекеттік басшысы қол қойған. Ағымдағы жылдың аяғына дейін парламент мәжілісіне тағы да 7 заң жобасын енгізу қажет. Оларды Қазақстан Республикасы үкіметінің бүгінгі отырысында қабылдау жоспарланған. Осылайша 2012 жылға арналған жоспары 100%-ға орындалады деп айтуға болады. Уважаемые коллеги, в текущем году из запланированных 34 законопроектов исключены 2 законопроекта. Также по согласованию с администрацией президента в текущий план были включены 2 законопроекта. Это законопроекты по вопросам регулирования земельных отношений и о реабилитации и банкротстве. Новая редакция. Вместе с тем в этом году государственные органы разработаны 14 внеплановых законопроектов, направленных на реализацию поручений президента Республики Казахстан и его посланий, поручений руководства администрации президента, правительства. Так, общенациональным планом мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация. Главный вектор развития Казахстана» 27 января 2012 года, утвержденным указом президента 30 января 2012 года, предусмотрена разработка 7 законопроектов. В настоящее время из 7 законопроектов 2 законопроекта уже подписаны главой государства, 3 законопроекта находятся в парламенте и 1 на стадии согласования. Работа по законопроекту о частной детективной деятельности приостановлена до выработки по нему окончательного и согласованного решения позиции правоохранительных органов. Во исполнение плана мероприятий по реализации статьи главы государства «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда» ведется разработка 4 законопроектов, которые в настоящее время проходят процедуру согласования с заинтересованными государственными органами. Так, по поручению главы государства данному 17 января 2011 года на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, Министерством юстиции разработан законопроект, направленный на законодательное урегулирование вопроса применения полиграфов в правоохранительной службе, который внесен на рассмотрение Мажилиса парламента постановлением правительства от 11 октября 2012 года. В реализацию приказа президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего вооруженными силами о 20-летии вооруженных сил Республики Казахстан, Минюстом разработан, Министерством обороны проработан в парламенте и подписан главой государства закон о внесении дополнений в закон Республики Казахстан о праздниках Республики Казахстан. По поручению главы государства, данному на расширенном заседании правительства 3 июля 2012 года, Министерством финансов разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан о государственных закупках. Законопроект 8 декабря текущего года внесен в канцелярию премьер-министра и находится на согласовании в администрации президента. Кроме того, в текущем году депутатами парламента инициировано 11 законопроектов, из которых 2 законопроекта уже подписаны главой государства, 1 находится на подписи, 2 находятся на рассмотрении в Мажилисе. По остальным законопроектам работа продолжается в установленном порядке. В заключение хочу сказать, что формирование национального законодательства направлено на обеспечение верховенства прав и свобод человека и гражданина, суверенитета Республики Казахстан, устойчивое и поступательное развитие казахстанского общества и государства является нашей общей задачей и выполняется. Спасибо за внимание.